Здравствуйте. Скажите, а есть ли у вас проблема с зубами? А хотели бы вы от них избавиться? Меня зовут Орлова Даша. Вы находитесь на моем канале, где я делюсь своими секретами молодости, красоты и здоровья. И сегодня я покажу вам легкий массаж для десен, который позволяет запустить кровообращение, улучшить его и, соответственно, позволит укрепить ваши зубы. И не только. Этот массаж также способствует приостановлению разрушения костной ткани, то есть приостановлению процесса остеопороза верхней челюсти, ну и нижней, собственно, тоже, что также позволяет укрепить корни ваших зубов и сделать их более здоровыми, более крепкими. Что ж, начнем. И я предлагаю массаж делать по маслу, именно по кокосовому маслу. Это масло, которое обладает и детоксикационными свойствами, и, кроме того, антимикробными. И таким образом вы не сможете себе не занести какую-либо инфекцию и в то же время будете способствовать очищению полости рта. Итак, кокосовое масло. Оно очень легко распределяется по пальчикам. Чистые руки, естественно, должны быть. Лучше данный массаж делать ежеутренне и ежевечерне быстрыми проходками. То есть сначала щеткой почистили зубы, потом сделали легкий массаж. И состоит он из трех этапов. Первый этап – это нажатие, продавливание. Ваша задача, помимо этого, еще я попрошу делать данный массаж перед зеркалом, потому что очень часто бывает так, что заходите руками в ротовую полость и начинаете заламывать себе носогубки и создавать всякие другие негативные заломчики. Итак. Заходим внутрь. Придерживаем снаружи лицо так, чтобы не образовывались заломы. И начинаем продавливать сантиметр за сантиметром область над корнями зубов. То есть нужно прям туда далеко-далеко уйти. Угу, то есть вот зубы, корни зубов и спустились на собственную верхнюю челюсть. И вы надавливаете. Большой пальчик надавливает изнутри, указательный снаружи, и вы держите некоторое время прямо такое нажатие. 2 балла из 10, слишком сильно давить не нужно, даже не 2, даже 3 балла из 10, чуть сильнее. Надавили, посчитали 1, 2, 3, переступили сантиметр дальше, 1, 2, 3. То же самое с обратной стороны, с другой стороны. Нанесла кокосовое масло. И то же самое снизу. Далее, смахивание. Вы как будто бы выжимаете, да, вот надавили и нажали вниз, провели вниз. Как будто бы вы хотите что-то выдавить из карманов. Угу. Десен. То есть как будто бы джик, джик вниз. То же самое с противоположной стороны. То же самое снизу. Делайте короткими проходками все. Естественно, что снизу вы делаете наверх движение, да, то есть выдавливая из десен все наверх, наружу, из десневых каналов. И далее вы делаете вот такие вот круговые движения, уже чисто массаж. Вот и все, то же самое снизу. То есть сначала нажали, потом выдавили и потом круговые движения. От этого ваши десны будут здоровы и будут вам благодарны. Что ж, будьте красивы, будьте здоровы. С вами была ваша Орлова Даша. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки моим видео. Пока!